Здравствуйте, я COVID-19. Но многие из вас знают меня как коронавирус. Простите за то, что пришел без приглашения. Вы знаете, зачем я здесь? Я был сыт по горло видеть, как вы сами своими же руками уничтожаете себя. Мне осточертело ваше ужасное отношение как друг с другом, так и со всей планетой Земля. Осточертели ваши жестокие войны. Я показываю вам социальные границы и ваше общество, которое вы сами же уничтожаете. Я хочу донести до вас, насколько важно элементарное людское общение. Диалог, объятия и рукопожатие. Новую жизнь нужно начинать именно с этого, не выделяя никого, так как мы одно целое. Меня не будет здесь, когда вы вновь начнете жить и радоваться жизни. И все же, не отказывайтесь быть хорошим человеком. Это должно продолжаться нескончаемо. Прощайте.